правильно услышал, что мы живем в говне? Правильно, конечно. Правильно? Сравните свою уровень. Это вы в говне живете. Уткин Василий. Какая же мерзкая и жирная тварь. Некто по фамилии Плющев, по-моему, так его фамилия, его каждый раз плющит, когда что-то в стране происходит. Штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма мало. Им нужно запретить донорство крови, а их сердца зарывать в землю или сжигать. Когда Штирлиц выпал из окна и чудом зацепился за карниз, чудо у него потом распухло, и он не мог нормально ходить целый месяц. Мне кажется, что до тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому запорожскому, сейчас он проорется, это хватит орать, а то сейчас накормлю. Потому что в этом ведре, коллеги, шоколад. В этом ведре, коллеги, шоколад. Ты же клялась, что никого у тебя не было. Выйди отсюда. Тебя. Давай. Я буду.